Аджай, брат мой! Я как раз думал, что мы должны объединиться. Ты и я. Промысел Божий направил тебя ко мне. Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки моей битве и персты мои брани. Это псалтир. А смысл? Солдат всегда верен своему долгу, даже если этот долг привел его в страну безбожников вроде этой. Мы солдаты, и наша цель — защищать, убивать. Знаешь, что необходимо для этого? Вера. Ствол, Аджай! Ствол! Без него не пройти бедствию по морю и не поразить волны морские. Поможешь мне, и Золотой Путь получит свое оружие. Ладно. Славьте Господа, пелена спала с глаз юнца. Такое дело. Вертолет, доставлявший груз через горы, упал. Возьми этот датчик. Опереди армию. Отыщи посылочку. Господь наш дарует тебе транспорт. Что скажешь? Аминь. Аминь. А он работает. Ну иди! Иди! Иди, Аджа! Хрень какую-то дал. Это мой транспорт? Ну не. Привет, Аджай! Это уже интересно. Ох, ядрись, коптить. А тюрьма в Гималаях будет? Вон, твой навигатор говорит, что я уже почти пришел туда, куда тебе надо. Отлично, Аджай. Достигнешь места катастрофы. Осторожней. Армия короля пошлет солдат, чтобы присвоить груз из вертолета. Разбей мерзавцев! Или просто укради груз, как вор хочешь. Да тут как нефиг делать. Подобраться-то в такой буре. Метель противники видят хуже, это можно использовать. Безусловно, это можно использовать, только я использую калашников. Какой же я кривой, все-таки. Ну его потому что шатает постоянно туда-сюда. Тихо. Попробовал стрелять по радару, ничего из этого не получилось, естественно. Груз, говорите, а записочка? Памятка ГК. Кислородные баллоны. Напоминаем всем бойцам гвардии короля, что они несут ответственность за свои кислородные баллоны. Всегда держите под рукой запасной баллон и следите за уровнем кислорода в используемом. Командир от Хикар. У них даже горные бойцы есть. Офигеть. Не знаю, мне вроде и без него было нормально. Ну, раз уж так... Тихо. Зря я, по-моему, сел на эту трамтайку. Поиск объектов. Поиск объекта предметов начинается автоматически, когда вы оказываетесь в области, где находится объект поиска. Мигающий индикатор начинает светиться ярче, когда вы приближаетесь к объекту. Если вы стоите лицом к цели, индикатор прекращает моргать и становится зеленым. Нет, волк! Твою налево!
Ты что, мало что ли? И чё? Да не шкуру снять, дубинушка! Этого чувака как-то надо использовать. Найдите оставшиеся грузы при помощи следящего устройства. Ядрись, коптите, а? Вы издеваетесь. Еще и за квадриком не вернуться. Точнее, за снегоходом. Кадралом придется, отлично. Ну давай. Не-не-не-не-не-не, Михаил! Не стоило это делать. Я же сказал, Михаил, не стоило. Ты же не знаешь, что такое гранатомет, правильно? Да, ёперный театр, как... Пипец, как к нему надо прицелиться. Да, и что теперь? Что теперь? Выходить отсюда, что теперь? Куда я вышел? Куда я вышел? Надо перезарядить гранатомет, а я его перезарядил. Экс. Отлично, и в самую задницу, естественно. Снежный барс, снежный барс. Тихо. Отлично. Так, сколько у меня там? 130-120. Почему говорят, что рюкзак почти полон? Блинский конь. Я разнес снежного барса одного. Или он куда-то улетел, я не знаю вообще куда. Видимо, разнес. Креста не показывает. Да, плохо. Фиг знает их, где искать еще. Кислородный баллон. Отличная, гости. Не заметили.
Так, откуда-то оттуда орет еще один. Такая непредсказуемая у него отдача, это жесть какая-то. И не только у него. Тихо. Да успокойся ты уже. Еще и сзади. Потрясающе. Да хватит вам уже переться-то. Так, теперь еще и возвращаться. Как возвращаться, непонятно. Так, карта есть? Фиг бы там. Какое-то озеро. Здрасте. Да нет. Потрясающе. Просто потрясающе. Здесь хотя бы можешь залезть, можно. Ну, давай. Еще и вертолет. Отлично. Давай быстрее. Пока не высадил там все. Держите. Жесть оружие здесь носит, конечно. Но если не пытаться прицелиться в голову, то, конечно, проблем не будет. А если пытаться в голову класть патроны, то проблемы будут. У тебя гранатомет, что ли, был? Ты наркоман? Фига тебе гранатомет, парень. Похоронить под лавиной решил всех, что ли? Интересно, что было бы, если бы я не надел маску? Ну, ему и так нормально.